Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Все вы, наверное, уже знаете, что я провожу отпуск в своем родном городе на Северном Урале, который называется Карпинск. Это маленький шахтерский городок. У нас много здесь разрезов уже не действующих. Город утопает в кустах сирени, яблонях, черемуха отцвела. Столько было впечатлений у меня. Отпуск подходит к концу. И сегодня я решила посвятить этот выпуск распаковке подарков. Пришли посылочки от моих подруг по Ютубу, от Лены Халиковой, бабушкина квартира, Наташи Зазули, Краснодар, винтажные находки Натальи Зазули, канал, и от Людмилы Федановой из города Москва. Все мы очень, у нас теплые отношения, мы поддерживаем связь по WhatsApp, поэтому я сейчас вам покажу посылочки, распакую. К сожалению, нет штатива, поэтому как получится. Еще хочу сказать, извиниться за свой голос, потому что я буквально с первых дней заболела, горло сильно болит. Видимо, здесь была прохладная погода, лили дожди, холодно. Сейчас уже неделю стоит жара, больше 30 градусов. И вот восстанавливаюсь, конечно. Во вторник мы уже уезжаем обратно в Германию. И времени совсем не остается. Было очень много радостных встреч, прогулок. Город очень красивый у нас. Новые парки обустроенные. В общем, впечатление моря. И, конечно, очень грустно. Грустно расставаться. Вот видите, даже тяжело говорить. Ну хорошо, я возьму себя в руки и давайте приступим к распаковке. Вот такая посылочка пришла из Москвы от Люды Федановой. Я сейчас ее вскрою и покажу, что там лежит. Вот так выглядит вложение. Подозреваю, что там очень много красоты. И посмотрите, друзья мои, какая же здесь красота. Чайная пара, золотые ромашки, ЛФЗ. Как мне она нравилась, нравится. Какая красота. У меня есть ЛФЗ в Германии, здесь еще нет. Поэтому я безумно рада такому подарку. Посмотрите, все вы знаете эту известную пару этого знаменитого завода. И здесь вот такой пакет. Шоколад Люкс Бабаевской фабрики. И Павлопосадская платочная мануфактура. Этот подразумевает этот пакет, что здесь вот такая красота. Сейчас я вам его раскрою, расстелю и покажу. Платок. Посмотрите, дорогие друзья, посмотрите, какая это красота. Мои любимые цвета. Как же это красиво. Людочка, дорогая, спасибо огромное. Очень все понравилось. Я безумно благодарна тебе за такой подарок. Следующая посылочка пришла из города Пензы. Это Елена Халикова переслала мне через Пензу вот такой бандероль. Сейчас откроем. Отлично все упаковано. И здесь старые журналы, которые я просто обожаю.
конверт, газеты. Посмотрите, 1906 год, журнал «Нива». Как интересно все это посмотреть. К сожалению, у меня нет возможности с собой это увезти. И, как всегда, не хватило времени. Ой, какая красота. Работница 56-го года. Как же это интересно. Смотрите. Репродукция «Утро стрелецкой казни». Ой, красота. Картина Репина «Не ждали», как говорится, и неизвестная Крамского. «Девочка с персиками». Самые известные репродукции картин. Очень интересно все. Посмотрите, какая прекрасная репродукция картины. Так, тут не написано. Надо искать набрать. Так, на четвертой странице обложки. «Весна», картина Дмитриевского. «Здоровье», 57-й год. Ой, какая же это интересная подборка. «Радянская жинка», белорусский журнал 55-го года, тоже очень интересный, на белорусском языке. Интересно все это прочитать, посмотреть. Какой же это подарок замечательный. «Советский экран», Изольда Извецкая, 60-й год. Посмотрите. «Отелло». Ой, как интересно. «Балтийское небо». Обзоры фильмов. Изольда Извецкая в фильме 41-й. Очень знакомый и известный нам фильм. Обзоры фильмов зарубежных и советских. «Хроника зарубежного кино». И это, скорее всего, Москва. Да, Москва, «Царь колокол». Даже «Крокодил». «Крокодил», 60-й год. Год моего рождения. Кстати, здесь я отмечала в этом году свой день рождения. Мы ходили в кафе. У нас было 20 человек. Очень хорошо, мы погуляли, встретились. «Советский экран», 60-й год. Как я все это люблю. Татьяна Пельцер. Ой, здорово, как интересно. Посмотрите. «Советская женщина». Леночка, огромное спасибо. Как ты чувствуешь меня, знаешь мои интересы. Очень рада такому подарку. Как интересно все это посмотреть, почитать. Вот. Такие большие, огромный формат, просто большой такой. И журнал «Молодой колхозник». Я вообще такой журнал даже не знала, только увидела у Лены на канале. Посмотрите, какие иллюстрации, бумага такая хорошая. В общем, интересно почитать. Ой,
Посмотрите, какая красивая фотография. Мальчик кушает яблоки. И журнал «Смена». 58-й год. Ой, Зинаида Кириенко молодая. Стихи поэтов. В общем, вот. Леночка, огромное спасибо. Здесь даже, по-моему, открытка. Да, открытка. Счастливого дня рождения, надо же. Даже Леночка открытку положила. С днем рождения поздравляют. Жалко, что, конечно, она не подписана твоей рукой. Огромное сердечное спасибо. Очень все понравилось. Следующая посылка пришла из Краснодара, с Краснодарского края, от Наташи Зазули. Такая вот большая. Даже боюсь открывать. Еще раз прошу прощения, что так долго они у меня пролежали неоткрытые. Вот. Я просто предвкушала это все. Решила открыть все вместе. Вот посмотрите, сколько здесь всего. Вот я раскрыла пакеты. Посмотрите, какой красивый, нежный палантин с пионами. Очень нежный шифон. Очень понравился, Наташечка. Спасибо огромное. С удовольствием буду носить такую красоту. Похоже на батик. Очень нежные пионы. Цвета такие замечательные. Спасибо огромное. Также здесь вот такие кухонные полотенчики. В прошлом году я купила эту квартиру. Квартира винтажная. Здесь очень много своей тоже красоты, посуды СССР, разных предметов. Ну и, к сожалению, я опять не успеваю показать вам. Вот еще такая коробочка, смотрите, что здесь. Ой, все так упаковано, боже мой, конфеты. Ой, и пакетики все такие симпатичные. Смотрите, какая салфетка замечательная. Наверное, это Наташа сама связала, или Таня у нее вяжет, дочка. Замечательная такая салфеточка, красивая, ручной работы. Конфеты всякие вкусные. И кружка. Смотрите, какая красота. Ой, как вкусно все. Краснодарские, наверное, конфетки. Левушка. Такие шоколадки маленькие. Смотрите, какая пара чудесная. Сейчас я достану блюдце. Мятного цвета. Боже, какая красота. Какая нежность. Какой интересной формы блюдце. И чашка, объем такой, как мне нравится. И ручка, посмотрите, какая ручка. Посмотрите. Китай, но очень-очень красивая. С удовольствием буду чай пить из такой пары. И еще один сюрприз. Вот такая замечательная сумочка, которую я так долго ждала. Это вяжет Таня, дочь Наташи.
Танюша, такая ты молодец. Очень-очень понравилась сумочка. Золотая цепочка здесь вместо ручек. И такая вот она объемная. Сумочку возьму с собой в Германию. Здесь еще я заметила открыточку вот такую. Букет добрых пожеланий. Вот такая красота. Спасибо, спасибо огромное. Очень все понравилось. Так много. Очень я просто счастлива от таких подарков, девочки ваших. Вот. Сирень очень люблю, и она сейчас буйно цветет, украшая обзор. Еще раз благодарю сердечно всех, кто послал мне такие подарочки к моему дню рождения. Все пришло вовремя. В общем, очень рада и просто счастлива от такой красоты. Спасибо вам огромное, девочки. Желаю вам тоже здоровья всего, наилучшего, радости, прекрасного лета, чтобы в семье у вас, в семьях было все-все хорошо. И, естественно, нам всем скорейшего мира и благополучия. Сейчас я покажу все подарки вместе. Еще забыла вам показать этикетку, как называется рисунок на этом платке. Это русский перепляс, художник Красноносова Надежда. Огромное спасибо, Людмила. Очень-очень понравился платок. С удовольствием буду его носить. Только что получила посылочку от подруги из Екатеринбурга. Вот такие конфетки, Свердловский метеорит. Стилистика, видите, какая винтажная. Уральский рыжик и грильяж в шоколаде. Все это грильяж, вкусные очень конфеты. Грильяж арахисовый. Здесь тоже арахис, изюм, цукат и апельсин с медом. Галочка, спасибо, моя дорогая, очень вкусно. Повезу в Германию. Ну, а я, друзья, желаю вам всего наилучшего. Спасибо большое за просмотр. Впереди у меня еще распаковка. Я в прошлом году получила от Лены Халиковой две посылки. Но это будет уже не распаковка, естественно. Они у меня стоят. Открытые, все там, винтажная посуда, СССР. И я вам обязательно еще сниму отдельное видео по этой распаковке.
Всего вам доброго. Благодарю вас за просмотр. Прекрасного вам лета.